Так, дорогие коллеги, уважаемые друзья, дамы и господа, значит, я имею честь представлять вот в этих стенах ДК «Алые паруса» Русское общество по изучению проблем Атлантиды. Вот, ну, тема у нас сегодня «Русская Атлантида», да, вот, это такое очень широкое понятие, безусловно, то есть широкий контекст предполагает. И на самом деле я считаю, что сам термин, если хотите знать, «Русская Атлантида», в общем, давно стало такой широко употребляемой культурной метафорой, что ли. Для чего? Для самого разного. То есть для каких-то социоутопических, историосовских проектов, любых, вот, которые либо реконструируют историю, либо пытаются ее в каком-то ключе, таком утопическом, преобразовать, что ли, действительность. Вот. Упомяну такую всем известную мифологему, как Град Китиш, невидимый Град Китиш и так далее. Вот. Кто-то, может быть, слышал, был такой проект «Русская Атлантида», значит, разработанный ЛДПР в 2011 году. Вот. Но это в каком-то тоже общем широком культурном контексте, надо понимать. Вот. Я буквально, значит, озвучу, ну, что называется, пунктирным образом, что такое атлантология, когда она возникла, и что такое наше, вот, какое место в атлантологии занимает наше общество, русское общество по изучению проблем Атлантиды. Вот. Впервые, собственно, как, ну, многие из присутствующих знают, сам термин атлантология ввел наш замечательный ученый, первый атлантолог советский, Николай Феодосьевич Жиров. Вот, в своей книге, значит, 1964 года «Атлантида. Основные проблемы атлантологии». Вот. Но, собственно, если мы так уйдем вглубь веков немножко, мы можем вспомнить, что в каком-то смысле эту тему уже пытались разрабатывать, прикоснуться к ней. Вот Ломоносов, 18 век, в 19 году Норов, Блаватская, многие-многие-многие другие, в общем-то, всем известные имена. Очень широко, как бы, ну, Атлантидой занимались или пытались представить в своих различных художественных произведениях наши поэты Серебряного века, там упомяну Валерия Брюсова с его учителями, учителей работы 17-го года, ну и так далее, и так далее. Вот. На самом деле проблема ставилась широко тогда, в таком каком-то метафизическом, я бы сказал, смысле, метаисторическом, потому что надо понять, что вот наша окружающая действительность или наши способы ее восприятия, видения – это вот некое искусство, некое клише, стереотип. То есть мы набрасываем вот в таких терминах, может быть, ницшанских, да, некую аполлоническую дымку, покров над страшной, в общем-то, дионисийской, хтонической действительностью, над античным ужасом. Вот, собственно, смысл картины вот Вакста, вот известной, да, вот как раз в этом. Во многом. Ну, как я сказал, собственно, атлантология вот начинается с работы Жирова. Вот, Николай Феодосьевич Жиров, да. Он говорил, значит, о том, собственно, он был революционер в каком-то, даже не понятый в свое время. Да, я понял. Ага. Я просто здесь. Вот, о том, что атлантология – это междисциплинарная, в первую очередь, наука. То есть она работает на стыке многих научных дисциплин, там, археологии, геологии, географии, языкознания, фольклористики и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно, это, в общем-то, было понято, что ли, научным сообществом, а актуализировано только, собственно, я считаю, вот в 21 веке, на самом деле. Таким образом, значит, вот только актуализировано в наше время. Вот, потому что вот мы понимаем, что используя только методологию или только те средства, которыми, допустим, обладает историческая наука, да, мы не можем понять ни какие-то высокотехнологичные вещи, которые мы наблюдаем по всему земному шару от Перу до Египта. То есть надо привлечение других научных дисциплин. Вот, это вот главная как бы революционная вещь, которую выдвинул Николай Феодосьевич. Собственно, и он, можно считать потенциальным как бы
отцом нашего общества. В каком смысле? Он пытался его сделать. Вот в письме Екатерины Хагемейстера он как раз и пишет, ну, примерно так, ну, под другим немножко названием он и пытался это сделать. Но сами понимаете, в условиях советской действительности это вряд ли было возможно. Вот. Но это стало возможно в конце, вот, в конце того же 20 века, когда вокруг журнала «Чудеса и приключения» объединилась группа энтузиастов. Вот, я назову имена, значит, Александра Воронина, Владимира Щербакова, Алима Ивановича Войцеховского, Александра Городницкого, Николая Николаевича Непомнящего, ну и многих-многих других известных людей. Вот. Вот. Ну, о нем могу много рассказывать, потому что я его лично знал. Вот. Но, собственно, его книга одна из... Он, собственно, продолжал традиции Жирова, да, и вот его книжка «Все об Атлантиде», вот, небольшого формата, кто помнит, она, собственно, такой какой-то для 90-х годов, 80-х, она была вот неким таком антологическим компендиум, что ли. Вот. Я уже не буду говорить о его открытии Асгарда, города богов, о концепции второй Атлантиды, вот, которая расположена вот, в Малой Азии. Вот. Все это очень интересно. Но вот как раз эта группа энтузиастов и создала, собственно, Русское общество по изучению Атлантиды. Оно основано 25 или 27, по моей версии, апреля вот 2003 года. Вот. И как часто бывает, помнит кто политическую нашу историю, да, вот когда вокруг какого-то, скажем, органа массовой информации, да, вот как и сконцентрировался вот этот круг энтузиастов. Значит, вот первый наш альманах, сейчас, вот, сейчас увеличиваю, да? «Магия Атлантиды», это был первый пилотный как бы, номер 99-го года, потом вышли еще два номера «Атлантида. Проблема поиска гипотезы». Вот. И вот это как бы альманах дал старт как бы, развития атлантологии, я считаю, в России 21 века. Потому что если, собственно, атлантологию можно считать детем 20 века, но вот организационно оно оформилось в 21 прежде всего веке. Вот. Не могу не сказать, то есть это, собственно, самое главное, наверное, сейчас, секундочку. Ну вот Александр Моисеевич Городницкий, да, который тоже стоял в основании. Вот Александр Воронин, вот, его многие из присутствующих знали, вот, удивительный человек, удивительной судьбы. Вот, и он как бы, главная заслуга его, в общем-то, он собрал команду, вот. Можно говорить, что она разноплановая, может быть, как-то не едино работает, вот, но во всяком случае, я считаю, что, по крайней мере, в ближайших сколько-то лет этого 21 века во многом судьбы атлантологии будут связаны с организованным им нашим обществом. Вот. Хотя, безусловно, есть какие-то, скажем так, индивидуальные, самостоятельные исследователи, не обязательно все должны входить в наше общество, но они как-то подтягиваются, я вижу, пишут письма, звонят, со временем, может быть, вступают в него и так далее. Ну, пунктиром буквально скажу два слова. Ну, главное его достижение, я считаю, это книжки «Морские колонии Атлантиды». Вот, где она, вот. Вот, где он ввел, значит, понятие множественных земель Атлантид, сказал о культурном комплексе Атлантиды. То есть он стал понимать, что атлантология, вот даже в Жировском какой-то транскрипции, она уже немножко удовлетворяет нуждам 20 века. Потом еще, да, главное, он не то чтобы подвел, если Жиров подвел итоги вообще атлантологии вот, в середине прошлого века, то Воронин, собственно, подвел, я считаю, итоги атлантологии вообще и конкретно именно 20 века, используя в первую очередь опыт Жирова, а он, кстати, является автором, вот, републикована была его книга, значит, издательством «Вече» в 2004 году, и там вот как раз Жиров, основатель атлантологии через тернии в Атлантиды, вот это фундаментальная совершенно биография ученого, вот, кто не читал, можете почитать. Об этом можно долго рассказывать. Это самый блат Александра Александровича, я считаю, вот, нашу атлантологическую культуру. Потом была еще книжка «Сокровища, реликвии потерянных цивилизаций». Вот. Он и искал, собственно, сокровища, которые, с его точки зрения, покоятся на Крите, но не только. Потом, собственно, к
кроме вот того, что он написал, а написал он как раз, если мы вот вспоминаем тематику сегодняшнего нашего вечера, русская Атлантида, да, то его интересовала прежде всего история российской атлантологии, да. То есть он занимался написанием биографий наших известных атлантологов. Кроме Жирова, он написал биографии, значит, замечательного поэта Голохвастова, Екатерины Хагенестер, Валерия Брюсова, Ломоносова и многих-многих других. А самая заповедная его заветная мечта была написание вот такого объемистого труда «История российской атлантологии» или иной вариант «Энциклопедия российской атлантологии». Вот это самое главное было. Вот. Прошло у нас 4 съезда, вот здесь присутствуют некоторые участники последнего из них. Вот фотография заключительная вот нашего последнего съезда, который прошел в стенах, значит, Института океанологии РАН, Академии наук вот, российской. Вот. И скажу честно, значит, он, во-первых, в отличие от предыдущих, его главная особенность не количество, естественно, даже участников, а то, что мы получили, во-первых, возможность выступать, хотя и раньше это было, в стенах академического института, и поверьте, многие зарубежные наши коллеги, а у нас состоят в обществе многие зарубежные известные антропологи, ученые, они искренне завидуют, что у нас в России, несмотря вот на некие тоже какие-то препоны социальной науки, можно проводить подобные мероприятия, я считаю. Вот. То есть, что мы можем собраться вообще вот здесь, в Москве, вот, действительно хорошо. Потом, действительно, в съезде принимали участие, вот, приехали специально на съезд наши зарубежные коллеги, там, вот, значит, Джордж Сарантинис, например, или Марко Булони из Италии, было 2 заочных участника, вот. Съезд подвергся, кто знает, там, нападкам представителей официальной науки, там, которые, значит, сказали, ну как же так, академический институт Александр Моисеевич дает возможность выступать представителям лжеученых, лженауки там, ну и так далее. Эту тему я озвучивать не буду. Отдельная совершенно вещь. Вот. Это просто такая фантастическая картина Атлантиды. Это как бы программные как бы тезисы, да, можно их так считать. Значит, что приоритетными задачами нашими, конечно, является не только поиск и изучение Атлантиды, а вообще поиск всех древнейших працивилизаций, там, Гипербореи, Лемурии и так далее, и так далее. Вот. И создание, вот, чем, как бы, я считаю, мы в выигрышную сторону отличаемся от официальной науки, это создание корректной и новой концепции глобального исторического развития всей мировой цивилизации без, как, на основе вообще всего имеющегося фактологического массива информации, без его фильтрации. Вот это, собственно, самое главное. Вот. Есть мегапроект создания в международном масштабе общества, и, собственно, многие люди, которые состоят там, от Америки там, до Исландии, Италии, Испании, в общем, как бы это первое, я считаю, зародыши. Вот. Потом расширение за счет междисциплинарной науки и атлантологии, вообще расширение научного поля, научной парадигмы, ее предметного поля. Вот. И здесь, вот, не буду озвучивать другие какие-то задачи, но здесь важно подчеркнуть, что мы сталкиваемся почти, как говорится, все время с политикой двойных стандартных, я считаю. Я не устаю об этом говорить и повторю здесь, в этом зале, что как нам понять простой факт, если вот мы пришли и нам говорят, что значит, ну как же так, вы лжеученые так вот, и прочее, это безобразие, вот, наши как бы не рассматриваются, в лучшем случае критикуются наши позиции, вообще позиции альтернативной науки, но в то же время известные многим свидетельства, что на государственном уровне, как в прошлом, допустим, вспомним историю Третьего Рейха на Нербе, так и вот сейчас американцы многие находки, сделанные в акватории, как там около Испании, у Бермудских, Багамских островов секретят эти находки. Значит, это что значит? Что на государственном уровне понимается, что та прошедшая цивилизация, неважно, как она называлась, Атлантида или нет, она действительно была в технологичном и каким-то ином смысле продвинутее, более развитая, чем наша. Вот. А соответственно,
Ну, какой вывод? Раз она была более развита. Официальная наука говорит, нет, вот они там, извините, там какими каменными зубилами там тесали там эти базальтовые плиты. То есть официальная наука делает, как говорится, ну, игнорирует, она знает на самом деле, что происходит, но не хочет менять научную парадигму. Вот. Почему не хочет? Отдельный вопрос. Потом, не надо забывать, что Атлантида – это далеко не только какие-то, знаете, поиски вот этих самых высоких технологий, каких-то артефактов, сооружений там под землей, неважно, под водой. Это во многом еще и какой-то метафизический, мифологический проект. Это, собственно, вот миф об Атлантиде, да, которым мы занимаемся, это прежде всего по преимуществу миф эсхатологический. То есть это что значит? Это вопрос о генезисе развития и гибели человеческой цивилизации. Вот, это самое главное. Потом вопрос утопизма я еще не беру. И потом еще вопрос во многом это, как его довольно сложно сформулировать, ну, условно говоря, вопрос... Правило, мы вот как представители официальной науки, неважно, как альтернативные, мы вот увлечены вот поиском этих высоких технологий, вот этих артефактов и так далее. И вот за этими камнями, грубо говоря, извините, мы зачастую не видим, ну, как вам сказать, человеческие судьбы трагичные. Понятно, что мы не увидим их строителей, да, или нам сложно будет реконструировать их облик, но, по крайней мере, можем... Вот, изучать, проанализировать вот, судьбы людей, которые в историческом смысле относительно недавно у нас жили. Вот, собственно, заниматься надо историей, вот, и этими людьми в том числе. Об этом не надо забывать. Вот, потому что я не сказал и одной, как бы, третьей, из даже из того минимума, который, собственно, нужно было бы сказать. Вот, так, это Эль Казанцев, да, вот. Там я хотел одну статус считать, ладно. То есть надо понять простые вещи, вот, что, собственно, вопрос об Атлантиде или других ли древних цивилизаций, это, собственно, должен сейчас, по идее, стать вопрос вот такого государственного, мега-стратегического регулирования, что ли, и планирования, потому что, если, конечно, мы допускаем, что Атлантида это вот погибла в результате какой-то, скажем, не случайной какой-то катастрофы, а, допустим, много свидетельств тому есть, что она погибла в ходе циклической катастрофы, там, неважно, таяние, там, смена полюсов, смена там, и прочее, вот, то вот надо понять, вот, как бы запуская механизм, который запускает этот циклический катаклизм, вот, и предотвратить как бы, нашу цивилизацию от повторения судьбы Атлантиды. Вот, собственно, это и самое главное. Вот. В заключение хочу вот показать, да, я не сказал совершенно вот, о вот нашем альманахе тоже, это как бы часть нашей деятельности, книжная и издательская, вот, но в силу кризиса и других моментов всем известных, вот, к сожалению, третий номер не вышел, а вышло вот два номера всего. Вот, просто предоставляю его, как бы показываю, да. Вот, таким образом, в общем, заканчиваю на любимой своей цитате, да, что вот желательно понять не только нам, вот, сторонникам вот, альтернативного взгляда на развитие истории, что действительно Атлантида необходима, собственно, истории, и ее не вычеркнуть уже. Она уже есть как бы в истории, в искусстве, в философии, в науке, вот. Она необходима истории, в общем, и потому должна быть открыта. Вот, спасибо. Вот, на этом как бы заканчиваю. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, помимо написания биографии этого полка, какие практические мероприятия вы занимались? Вы как часто собираетесь, какие места, явки, пароли? Да, пароли, это надо авторизоваться в системе, вот тогда будут пароли. Вот, вот, нет, собираемся довольно часто, вот, кроме издательской деятельности, у нас есть и мегапроекты, и экспедиционные, как глобальные, так и локальные, скажем так, вот, их специфику и какие-то трудности известные сейчас озвучивать не буду, вот, собираемся мы довольно часто, вот, как своим, скажем, кругом, более крупном или менее составе, вот, так и в другом.
Потом еще в рамках, значит, у нас был раньше лекторий, вот, но сейчас мы его продолжаем в несколько иных формах, на иных площадках. Вот, ну, интернет-проекты разные тоже делаем. Ну, честно скажу, лучше подойдите ко мне потом, это так довольно мало времени, сложно сказать. Да, пожалуйста. По поводу этой несчастной проблемы, которую сказали, что должно быть цикличность, катастрофы и прочее, да? Расписано уже, опять как, ну, это цикличность, как бы технология, процессы. То есть буквально хватает, может быть, математику, может быть, геофизику, может, и астроному, чтобы посмотреть, сказать, а раз, вот. Потому что есть и исторические документы, типа Библии Колбрин, и все религии, и все остальное. То есть как бы собираться просто, ну, чтобы потусить. Ну, вот не вижу смысла, да? Есть смысл вот физик, математик, астроном или астрофизик показал, смотрите, да, работает, когда, вот первые признаки. Вот сейчас вам скажу такую вещь, мало кто замечал, может быть, посмотрите, когда на рассвете встает солнце и видно еще луну. Все знают, что свет распространяется прямолинейно, да, то есть как бы солнце встало, луна освещается как положено месяц, да. Вот сейчас, да, регулярно. Солнце светит отсюда, а луна освещается как бы сверху из-за угла. Вот кто вот к этому может о чем понять, вот подумайте на эту тему. Поэтому как бы очень хорошо, что вы сказали по поводу вот этой цикличности. Да? Но фактически никто не занимается, кроме как вот. Потому что нет общей схемы. Ну как бы, Олег, наложили, увидели. Я могу все дать. Хорошо, да, подождите, я только два слова отвечу, что действительно, во-первых, как бы не, с одной стороны, желательно в данном смысле некий мозговой штурм, да, который объединит действительно вот и астронома, и математика, и так далее, это первый момент, действительно, и есть уже наработки, и есть конкретные гипотезы, люди, которые это озвучивают, но поверьте, среди них, скажем так, к сожалению, встречается довольно большой процент так называемых городских сумасшедших, вот, которые считают, что вот их вот они новаторы, они такое выдвинули, это все переворачивают. И таких довольно много. Это первый момент. Второе, допустим, собрались грамотные, не сумасшедшие, и сделали вот этот проект, одумали, но путь его наверх в силу многих причин довольно сложен, чтобы его услышали и признали, скажем так.